Курск встретил участников автопробега, посвященного 70-летию победы в Великой Отечественной войне и 25-летию выхода в свет первого номера газеты МВД России «Щит и меч». Представители редакции посещают города от Москвы до Севастополя, чтобы почтить память героев и поощрить лучших авторов в ведомствах. Молебен в память о ветеранах и полицейских, погибших при исполнении служебного долга. Один из важных этапов – сделать так, чтобы слава героев была вечной, пытаются сотрудники издания МВД. На его страницах только реальные истории. Они формируют доверие населения к стражам порядка. Мы хотели бы в рамках открытого диалога получить информацию. Нравится им издание, что не нравится, какие бы они хотели видеть публикации в ближайшем будущем. Может быть, какие-то замечания, критику в наш адрес, мы с удовольствием будем реагировать. Представители редакции также отметили коллег из нашего региона. Дипломы и ценные подарки получили авторы самых оригинальных работ. Поэтическим словом и необычными ракурсами в фотографиях эти полицейские показывают. Их служба тоже может быть творческой. Специальный подарок – поздравления лауреатов от космонавтов. Публикации газеты «Щит и меч» читают даже на МКС.